Итак, дорогие друзья, мы переходим к шее, и я хочу вам показать вот этот прием растирания, когда мы делаем его не классически, да, вот этими частями, а разворачиваем ладони тыльной стороной друг к другу, да, и получается практически вот этой вот перепонкой мы можем достаточно быстро растирать, ну, любые выпуклые части тела, вот, например, сбоку, да, или вот лопатку, или плечо, или, ну, вот, бедра, да, икры, вот так вот, вспоминайте, да, включаем этот же прием в растирание шеи, достаточно быстро, энергично, и тут же переходим, меняем стойку, спереди встаем, прямо, перпендикулярно оси, да не перпендикулярно, ну, в общем, по оси тела человека, да, вот мы стоим, захватываем сейчас мышцы, стараемся как можно ближе от черепа, прямо вот трапециевидную мышцу проходим, и плечо можно захватить. Вот, смотрите внимательно. Чтобы это движение произошло максимально быстро, расскажу вам такой лайфхак. Я его тоже делаю от противоположной ноги. То есть смотрите, как мы стоим, да? Ну, вообще, вот в этих приемах, вот отсюда, сзади сними. Отсюда, сзади. Вот. Вообще, вот все плечи можно работать вот так, да, в такой стойке. То есть, дополнительно мы тренируем свои ноги. Если надо куда-то развернуться, да, например, к этому плечу, вот я перехожу, видите, вот в эту стойку. Это все из баба цигун. Взяты вот эти вот стоечки, раз, перешли обратно, да? Или вес тела перенесли, просто не меняя стопы. В данном случае вот я специально прошу засесть сзади, да? Потому что я включаю свою ягодицу, ногу полностью выпрямил, да, вот она расслаблена. И ягодицы трясу, и я добавляю движение в руку. Надеюсь, там заметно. Для чего я это делаю? У нас у самих бывают травмы, бывают зажаты седалищные нервы, да? То есть мы растрясаем свой собственный седалищный нерв и дополнительно помогаем и себе, и тому человеку, для которого делаем массаж, давая больше импульса в его мышцы. Вот, растерли. Теперь вот снимаю так, чтобы мышцы было видно. Вот, еще раз повторяю это движение. То есть у нас получается больше вот эта активная рука. Отводит лимфу и кровь от центра к периферии. Потом делаем из рук такие прищепочки. В основном у нас работает костяшка большого пальца, вот это, да, и вот основание указательного пальца. Друг против друга. Сначала одну вверх, другую вниз. До конца мышцы доходим. Потом в обратную сторону. Видно, да? И также с этой стороны растерли. И теперь вот так вот. Потом в эту сторону. Надеюсь, там видно на камеру, да? После этого растягиваем всю трапециевидную мышцу. Подробно с этой стороны просто не показываю. Так, нажми пока паузу. Еще раз показываю. Вот мы ее растерли. Сначала с одной работаем, да? Вот это так называемый первый сет вот с этой областью. Потом размяли вот этими косточками. Вот мы как бы прищепку вот такую делаем, да? Мышцы вот тут захватываются. Раз. В другую сторону, в противоположную. Два. Ну, неудобно этой части. Давайте пальцем можно давить. Вот так пальцем достаточно сильно. Видите, мышцы растягиваются очень хорошо. Три. Это мы ее берем целиком и растягиваем. Ну и в конце такой переход. Вот мы размяли эту мышцу и перешли как бы на это. Видите, такая вот посередине маленькая. Опять растираем. Достаточно энергично. В противоположную сторону, да? Зажимаем мышцу вот в эту сторону, ее растягиваем в противоположную и вдоль самой мышцы. И опять же, смотрите, какая у меня стойка, видите, низкая. Вот я низкая, чтобы область воздействия была напротив моей ниже пупка, точки дантянь. Оба теперь плеча.
разводим как можно шире, и бывают люди, они скованы, да, вот так вот плечи держат. Прям говорю вам, расслабь плечи, своими руками помогаем раздвинуть их как можно шире. Большими пальцами еще раз поднимаем мышцу все целиком. Заканчиваем движение вот в этой точечке, там такая дырочка будет, где ось лопатки идет, вот она. Она загибается вот так, да, и мышца крепится трапециевидно вот тут. Точку крепления ее продавили. Вокруг этой ости лопатки, вот так вот она полукругом идет, да, отодвинули плечи большим пальцем, вот так вот рисую, как бы перышки такие вот, я называю это крылья ангела, рисуем, проходимся вокруг всех лопаток, рисуем крылья ангела до конца, до шеи, и опять устанавливаем руки, вот так вот тыльной частью друг против друга, да, для следующего приема. Это будет сет номер два. Мы его повторим в следующем, мы его проделаем в следующем видеоролике. А сейчас отработаем этот прием.